Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия, и сегодня буду готовить курицу, запеченную вместе с томатами. И для начала приготовлю заправку. Для этого натру несколько зубчиков чеснока, добавлю туда растительное масло, лимонный сок, тимьян, соль и черный молотый перец. Теперь добавляю лимонный сок, тимьян. Растительное масло и соль. И все это тщательно перемешиваю. За счет добавления кислоты в масло смесь начинает эмульгироваться, белеть. Так и должно быть. Я буду использовать куриные бедрышки. И теперь в каждое бедрышко под кожицу я буду ложить ломтик помидора. Я буду использовать замороженный, не размораживая предварительно, сразу буду вкладывать такой. Приподнимаю и как в кармашек вкладываю. Полностью шкурку здесь не отрываю. Можно использовать и свежие помидоры, но у меня были замороженные, поэтому использовала их. За счет того, что помидор начнет таять и отдавать свой сок, курочка получится еще более сочной. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Конечно, сюда можно использовать маринад такой, какой вы пожелаете. Можно смазать банально даже майонезом с чесноком, с черным молотым перцем. Это будет тоже вкусно. Можно использовать любые другие ваши любимые приправы. Но вот такое сочетание тоже очень вкусно. Все, теперь оставляю мариноваться при комнатной температуре хотя бы на полчаса. Затем буду запекать в предварительно разогретой духовке до температуры 200 градусов, приблизительно 30 минут. И ориентируйтесь на золотистую корочку. Кстати, забыла вам сказать, что сюда можно еще вместе с кусочком помидора добавить и кусочек твердого сыра. Будет тоже очень вкусно, сыр подплавится под кожицей, растечется. У меня такой более облегченный вариант. Вот такой ужин в итоге у меня получился. Я на гарнир еще отварила рис с добавлением куркумы и черного молотого перца. Затем, когда у меня уже рис сварился, я газ отключила и добавила в кастрюлю вот такое сердечко. Здесь замороженная петрушка вместе с чесноком и еще немножко сливочного масла. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится.